Всем добрый день! Я рада приветствовать вас на своем канале. Я нахожусь на ВДНХ. Прекрасные последние, наверное, солнечные, теплые деньки мы с подругой решили провести на ВДНХ. Здесь проходит много разных мероприятий, работают некоторые бесплатные павильоны. И вот один из этих из павильонов, вернее в двух, в 55 и 57, проходит ювелирная выставка. Проходит у нас 23 по 27 сентября. Кому это интересно? Может быть, кто-то любит золото, бриллианты, кто-то любит посмотреть, кто-то любит прицениться. Пожалуйста, приходите на ВДНХ. Вы видите, где находится этот павильон. Он находится возле ракеты, за как бы ракетой, возле павильона «Космос». В павильоне «Оптические иллюзии», номер 55, вот здесь. И рядом, в большом длинном павильоне, номер 57, тоже проходит ювелирная выставка. Ну, это выглядит примерно вот так. Я, конечно же, не подходила, не снимала на прилавках. Это стенды выставочные. Вы можете подойти, если вам это интересно, можете подойти, посмотреть, прицениться, полюбоваться, договориться, возможно, о покупке. Вот. И здесь представлены в основном только золото. Вот в этом павильоне только золотые изделия. Здесь нет ни серебра, ни чего-то там другого. Вот. И должна сказать, что на сайте у них написано, что вход по регистрации. Я зарегистрировалась, мы взяли билеты, как обычно, с QR-кодом, в таком случае бесплатно. Но когда мы пришли, понятно, что тут все бесплатно. Как бы нам дали при входе дали такой талончик с датой, когда мы были с датой посещения. И проверили наши вещи, там, как обычно, на этой рамке, и все. То есть никаких там билетов, никому мы ничего не показывали, и как-то вот так. Где я тут потеряюсь? Единственное, что, конечно, вот маска. Должна быть маска. Вот, посмотрите, может быть, кто-то знает эти компании, кто-то знает эти бренды. Просто у меня работала здесь подруга в ювелирной компании, с которой я гуляю на ВДНХ, и она, собственно говоря, просто решила зайти к своим бывшим сотрудникам. Она там уже не работает сейчас. Вот, и поэтому я, честно говоря, золото я не очень люблю, но вот с ней вместе зашла. Поэтому и решила показать вам, думаю, ну, вдруг есть любители золота среди моих зрителей, среди моих подписчиков, поэтому, пожалуйста, приходите, кому это интересно. Выставка, я уже сказала, до 27 сентября. Включительно. Зачем ей что-то? Она знает. Она мне подумала. Ну, пойдет, она. На следующий день.
Ну вот, собственно, и все, что я хотела вам здесь показать. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем всего доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. До встречи на моем канале. До свидания.